Большой привет гостям и подписчикам канала «Феерия вкуса. Рецепты». Сегодня хочу вам предложить рецепт салата из топинамбура. У топинамбура, или как его еще называют, земляной груши, съедобной являются клубни. По вкусу похожи чем-то на редиску, только без горького привкуса. Один болгарский перец режу тонкой соломкой. Перец придает пикантный сладкий привкус салату. Топинамбура необходимо будет 200 граммов. Клубни мою и очищаю от кожуры. Тру растения на мелкой терке. Также понадобится одна морковь. Все знают, что она очень полезна для зрения за счет содержания витамина А. Также необходимо будет одно яблоко, у меня домашнее, зимнего сорта. Яблоко поливаю лимонным соком, чтоб не потемнело. Далее для пикантности кладу один зубчик чеснока, пропускаю его через пресс. Подсаливаю салат. Также по желанию можно добавить 1 чайную ложку сахара. Мне салат показался сладковатым, поэтому я не добавляла. Такой салат с топинамбуром можно есть в период простуд и гриппа для укрепления иммунитета. Нам салат очень пришелся по вкусу. Он очень свежий и хрустящий. А если понравился салат с топинамбуром, подписывайся на канал, ставь палец вверх и жми на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых рецептах. Всем уютных осенних деньков, здоровья и приятного аппетита!